Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня с вами инди-хоррор под названием «Может быть ли быть милая история про призраков страшной?». Давайте проверим, начнем. Основан на реальных событиях. Hi, kids. Привет, дети. Ready to готовы be быть напуганными? I don't want to Я не хочу врать, и это действительно страшная история. If you get scared Если ты easily, очень легко пугаешься, ты можешь спокойно уйти. Are you still here? Ты остался здесь? So, тогда ты хочешь услышать эту историю? Окей. Okay. Don't complain with me if you cry. Не вини меня, если напугаешься, не плачь. В темном чем-то полном призраков охотились на Джимми. Джимми — это 374-летний ребенок. And как in ты? This house, и that этот our story дом, begins. Наша история, в like этом доме наша история Jimmy начинается. Takes his favorite hat in front of the mirror before leaving the house. No one can understand how special that hat is to Jimmy. It was given to him by his mother for his 276th birthday. If only someone tried to steal it, Jimmy would probably go crazy. Ничего не понятно. Музычка такая смешная, интересная. Ой, я же призрак, ёлки-палки. Надень свой праздничный колпак. Mission, take the hat and leave the house. Ну, я взял hat и иду из хауса. Давай заскриним вот это вот дело, чтобы видеть, как мы выглядим. Давай вот так, наверное, сделаем, и будет вообще отлично. Эй! Клик Тектор Интерак. Это темная и страшная ночь, но Джимми не испугался. Он всегда что-то там это. Что-то он сделал перед тем, как пойти на это. К семье. Эдди, he always liked cats. Он всегда любил котов. Я понимаю, я верю. Мы хотим что-то rest in peace private cemetery. Hello, family. How are you today? Привет, семья. Come on, семья guys. Молчит. Давайте, ребята, посмотрим, Answer что me, там что-то... Спросите меня, пожалуйста. Окей. Okay. Okay. Я играю эту музыку... Джимми. Ни хрена себе история, блядь, конечно. Это же ребенок умер тут. И мы за него играем. А почему, где наши призраки, где наши друзья, где наша семья в виде призраков? Ну пойдем, пойдем, чего? Что? Или мне нужно было музыку выключить? Я просто не понимаю, что мне нужно сделать. Исторический цемитери. Коммеморати обелиск для крутого чувака какого-то. Дэвид, he tested strange drink из банкет during political conference. Я классно. Андерсон, зачем нам эта информация? Майк, я так понимаю, это нам не особо нужно, и мы просто пойдем сейчас вот к тому чудесному магнитофону, который, возможно, воспроизводил какую-то музыку. I hope you like this music. It will last approximately 20 hours. Я надеюсь, вам нравится музыка. Jimmy, stop this music now! Sorry, but this music cannot be stopped. Now I'm going to town. Тебя Bye. Тоже заскрыли. Jimmy, come here! You... Wow, that's why I love Jimmy. He is so innocent and naive. Luckily, I applied some family-friendly filters to this story. We certainly don't want to see Jimmy cry. А нельзя здесь музыку выключить, типа, которая... О, привет. Я просто не понимаю, зачем столько всяких звуков в этой игре. Go the town. Пойдем town. Я включил музыку, пусть слушают. А чё он так возмущается? Он же тоже может взять и выключить музыку, раз я ее смог включить. Логично же, правильно? After 2 hours, Jimmy has finally arrived. Now he's so hungry. Luckily, he knows an excellent Italian restaurant in town. It's a perfect night to eat pizza. Это прекрасная ночь для того, чтобы съесть пиццу. Я так тоже думаю. Пойдем. Я тоже сейчас пиццу. Oh, another balloon is popped. Hey, dude, don't be mad. Do you want to get a pizza with me? I'll pay for it. Really? Thanks, buddy. Anyway. I'm Dave. It's nice to meet you. I'm Jimmy. Nice to meet you too. Я позвал Follow me to the restaurant. Now Jimmy and his new friend are ready to have a good night сказал, of fun. Сказал, что заплачу все. За все. Иди в ресторан, говорит.
Очень много диалогов здесь. Я не очень люблю. Jimmy, nice to see you again. Рад видеть тебя снова. Парень, что-то с тобой. He likes to eat pizza like me. Well, Dave, you are in the right place. I make the best Italian pizzas in town. Я делаю классную пиццу. Теперь сядь и. You seem like a very nice person, Mario. Я вообще я не успеваю читать. Take a seat. Jimmy, aren't you forgetting something? Ты забыл что-то? Да, да, я помыть руки перед едой и... Good boy, Jimmy. Молодец. Good boy. Джимми, хороший мальчик. Пойдем помоем руки и будем это... Джентльмен, ladies. Я джентльмен, эй. А, руки мыть вот тут. Так у меня рук-то нет вовсе. Ну и что, я помыл руки-то уже, нет? Ты тоже мой руки, давай иди. Иди руки мой. Почему ты не моешь руки, как я? Окей, guys, which pizza you wanna order? Какую пиццу ты хочешь? Выбери пиццу из меню. Я хочу, знаешь, не 4 сезона, маргарита, нет, маргарита это та, которая из сыра, да? Мушрум пицца, грибная пицца, нет? Тогда 4 сезона. Choice, Jimmy. Хороший Dave, выбор, Джимми, и ты, Дэйв, я хочу самую традиционную пиццу из Италии. Pizza is a traditional Italian pizza? Jimmy, you didn't tell me your new friend was so funny. I'm not joking, I'm serious. Jimmy, how many times have I told you not to let these pizza criminals into my restaurant? Sorry, Mario. I thought Dave was a normal ghost. Guess I was wrong. Now, can I have my pizza? Of course. You always remain my favorite customer. Он, короче, попросил с ананасами пиццу и сказал, я хочу самую традиционную пиццу из итальянскую, Mario's из pineapple. Pizza is always good. Yes, it's true. Он ему сказал, ты что, дурак, говорит, какая нахрен традиционная пицца в Италии с ананасами? Такой нет у нас. Why is he a strange narrator? Mario seems more angry lately. I think something is going on. Yeah, maybe you're right. But it doesn't really matter now. I want to go to sleep. I'm tired. Okay, we'll talk about it tomorrow. Хай! Я призвал кого-то. Видать. А может и нет. Go to home. Я поел пиццу и... А можно их полопать просто, чтобы они там это... $3, ёлки-палки, за шарик. Вы чё, ошалели, что ли? 200 рублей. Пойдём домой. Забор какой-то здесь очень редкий, но... Клик для интеракта. Музыка, конечно, с ума сводит. Она ещё мешает переводить. Мешает переводить и говорить, потому что она... очень громкая. Положи свою шапку на зеркало и иди спать. Нажми здесь для additional fun. Бляха-муха. Класс. Наслаждайся вечеринкой, Джимми. Джимми, это я понял, да. Ну, видимо, это реально хоррор. Моя шапка. Oh, no. This hobbit а мне стол, то, что нужно. Hat. Now the party's ruined. Huh, someone's knocking on the door. Well, maybe it's my friend Dave. Да какой Дэйв, блин, к тебе пришел? У тебя таких коридоров отродясь. Ёб твою мать, да ты что творишь-то? Это ж хорошая игра, добрая была, в конце концов. Jimmy, Jimmy, oh, my balloons were stolen. I'm very worried. Be calm. Мураши побежали, да ты что такое творишь-то? Follow me. Thanks, friend. I knew I could trust you. Отойди, пожалуйста. Отойди, пожалуйста, я хочу выйти из этого дома. А, go to the party. А, я его позвал на вечеринку, что ли? What happened here? А, что случилось I'm здесь? Sorry, Dave. Party, что-то я... No more balloons now. А где Дэйв-то? Дэйв? What? Я в уголок встану здесь, вот where и буду стоять. You? Где ты, Дэйв? Where is Dave? Дэйв где-то потерялся. Да тут коридоров миллион появился. А, нет, он пропал. Так, подожди. Не было здесь коридора. Он что, туда ушел, что ли? В дырку тоже засосало его. Я успел заскринить. Я рад этому. О, дыра. No, someone stole my favorite hat like in my dream. The thief must have made a hole in the wall to get into my house. Hey, narrator, are you there? Can you hear me? What should I do now? Narrator? Now this is weird.
Last night he told me he had to tell me something important today, and now he's gone. Грустный очень у нас. Oh, it's Dave. Better open the door. Jimmy! Jimmy! My balloon! Yeah, I know. Your balloons have been stolen and you're very worried. What? How did you know that? Are you the thief? It's not me. I just had a premonitory dream. Tonight, even my favorite hat was stolen. Before knocking on your door, I saw someone enter the ancient abandoned crypt. Maybe it's the thief. Really? Let's go, friend. We must take back what is ours. Пойдем, говорит, дружище, нам нужно вернуть наше. Go to abandoned ancient crypt. Abandoned, блин. Вот сюда, что ли? Или куда? Куда нам нужно прийти-то? Парень. Jimmy, stop. I can't go with you. Я не могу пойти с тобой. В чем проблема, чувак? Ты... Ты не хочешь быть один? Sorry, Jimmy. Я прошу прощения, Джимми, я останусь здесь. I'll go in there alone. Я пойду один, говорит. I don't need Dave. I can find my hat by myself. Explore the crypt and find the thief. Нужно найти, разгадать загадку и найти вора этих шариков. Кто-то своровал у него шарики. И все. И, короче, такая история. Клик, интеракт. Блин, я заблужу сейчас. Мы идем по каким-то подвалам, ничего не понятно. Игра, кстати, очень длинная, я так понимаю. Хотя, я думаю, это последнее задание, которое здесь будет присутствовать, потому что... Ну, что можно здесь сделать еще с игрой? Ну, что здесь можно... Нет, можно много что придумать, на самом деле. There's a lot of stairs in this crypt. Просто я к тому, что время уже 12 минут где-то прошло, потому что я смотрю по таймеру и... Не по таймеру, а по секундомеру, и понимаю, что уже... Ого! What is this place? Что это за место? Я никогда не был здесь до этого. Все, пиздец, сломалась палочка. Как я, да? Выиграл игру. Возможно, там все были не сломаны, поэтому. Thief. Now that he's not looking at me, thief. Он выглядит как этот, что-то, ни хрена себе, он что там. Найди оружие и удари этого вора. Danger, не входить, очень темная арея. Почему не входить-то? Я туда хочу зайти, возможно, там есть оружие. Палочку нашел. Ooh, this piece of wood could come in handy. О, это палка деревянная очень подходит для этого. This hurts. Профессор Вильям! And I'm here to get я Джимми, и здесь мы... Верни мою шапку назад, что ли, что-то? Подожди, что? Я успеваю прочитать первые три слова, первые два-три слова, я не понимаю. Я смысл понимаю, а перевести не успеваю. You don't understand the importance of history. It all began 15 centuries ago. Lord Frederick was governor, and... I don't have time for that now. I really have to find my hat. Нудные у вас диалоги. If it helps. I saw a dude with a chef's hat a while ago. He was holding a red hat in his hand. My hat is red, and the dude over there with the chef's hat is Mario. So where did it go? I really need to know. He entered the door near me. Казалось Thanks, бы, да? Professor, you're pretty helpful, actually. Where do you think you're going? You have to do one thing. Did you think hitting me with a piece of wood had no consequences? Okay, what do you want me to do? You have to bring me an ancient map. It's located in a very dangerous area of the crypt. Some say they have seen strange ghosts in this area. But don't worry, this is just a story made up to scare the kids. Moreover, it's very dark there. Luckily, I'm also an inventor. I created special glasses to see better in the dark. Do you want them? Ты хочешь взять очки, чтобы видеть в темноте? Конечно, хочу, ёпта. I'm glad someone tries my inventions. I'm sure these glasses will be very useful for you. Палку можно взять? Я хочу палку взять и пойти. Wow, these glasses are very useful. Твою мать, чё страшнее становится. Я вообще не люблю вот эти темные в темноте видеть, потому что... Oh, what the heck is that? Вот, вот для из-за этого. Да, я слова же забыл. Куда ты пробежал-то, дружище? Надо, наверное, за ним бежать. Пойдем всегда налево. Low battery, what? Какая low battery, блин, ты чё? Man, these glasses are useless. Battery ran out immediately.
И что ты хочешь сказать? Я пойду дальше вот в такой вот кромешной тьме? Фонарь. There's an arrow on the floor. Maybe if I follow it, I'll find something. Стрелка на полу горит. Возможно, она меня что-то там это. Я пойду по стрелкам. Я человек простой. Нарисовали стрелки, значит так и надо. The map. Better take it and get out of this dark place. Карта горит. Страшно. Нет. Take the map and go to the exit. Я... Я иду по карте. Блять, а вот здесь вот страшно что-то должно быть, потому что нагнетающая эта атмосфера, я весь в мурашках и... Куда? Куда, блин, бежать? Зачем меня так напугали? Что за люди, блять, такие? Ни хрена, ни хрена меня не возьмете, блядь. Я такой парень, что вообще это самое, хрен поймаешь меня, ага? Профессор, профессор, я сейчас это... На тебе. Я нашел карту, но... Блин, не страшно было, мне прям преследование какое-то прям. Так, чего? Tell the truth, tell a lie. Honestly, your glasses suck. The battery literally ran out in like 10 Твои seconds. Прекрасные очки сосут, Гарри. And sorry, but I have to find my hat. I've wasted way too much time with you. Понял. Все понял. Вот и все. Че, мне туда надо еще идти? А че я тут-то? Найди шапку. Шапку-то мне зачем находить? Ну шапку-то мне без шапки хоро... О! Шапка. My hat! Congratulations, Jimmy! You did it! What? Yeah, Jimmy, congratulations! Can someone explain to me what's happening? We stole your hat just to create an adventure for you. We only did it because today is your birthday. Guys, my birthday's not today. Also, someone has to give me some money to repair that wall of my house. Oh! Jimmy, look behind you! A flying unicorn! Where is it? Guys? Where are you? Come back! Like, I really want that money. Well, this is the end of our story. I hope the story wasn't too scary for you. Now Jimmy will have to pay for the damage with his own money. But in the end, he found his favorite hat. And this hat, it's me. Yeah, kids, I'm a talking hat and narrator of this story. Ha-ha-ha! Короче. Yeah. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Интересная игрушка. Если бы еще была бы на русском, было бы вообще отлично. Знаешь, самое интересное в этой игре, это то, что я как бы вроде понимал и даже мог бы успевать говорить, если бы они успевали... Ну, если бы они говорили чуть медленнее. Просто я реально не успевал. Я переводил в голове у себя, но воспроизводить это все я не успевал. А так, в целом, интересная задумка, интересная игра. Всем спасибо за просмотр еще раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.